Приветствую вас, друзья мои. Это Новосибирск, это Тимурханов. Я хочу поспрашивать людей об их отношении к эмиграции. А как вы относитесь к эмиграции? Прекрасно. А речь идет о вашей эмиграции или как вы относитесь к тем, кто уехал? Я сам маленький эмигрант. Откуда? Из Кемеровской области. Я же здесь не зарегистрирован, голосовать здесь не могу. Только налоги плачу, все. А готовы вы, способны вы уехать далеко из России? Конечно. А как вы относитесь к тем, кто уехал? Личный выбор каждого. Что может вас подвигнуть на то, чтобы покинуть родину? Отключение системы SWIFT. Вы финансист? Нет, у меня просто зарплата в долларах. Понятно. Удачи вам. Всего доброго. А как вы относитесь к эмиграции? Эмиграция? Да ради бога, кто хочет, пусть эмигрирует. Я лично не хочу. Мне очень нравится жить в нашей стране. Как полагаете, есть люди, которые вынуждены уехать? Которых вынуждают? Нет, нет, нет. Сейчас это нет. Все... Это было в советское время. Сейчас нет. Только по собственной воле, да? Да, конечно. Люди хотят уезжать. Пусть едут. Кто хочет, пусть едет. Никого держать не надо. Пусть спасибо. Едут. Всего доброго. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, я Тимур зовут. Я просто спрошу. Mm-hmm. Как вы относитесь к эмиграции? Иммиграции мы куда-то или нам? Ну, сначала так, к тем, кто уехал. Ну, хотят, пусть уезжают. А к возможности вам уехать, как вы относитесь? Тоже нормально, если будет повод какой-нибудь уважительный, да. То есть не исключает? Люди должны передвигаться по миру свободно. Как полагаете, есть ли в России люди, вернее, уже не в России, люди, которых вынудили уехать за границу? Я за других сказать не могу. Бывает, что если я захочу уехать, найду повод и буду всех обвинять. Мне кажется, так. Понятно, спасибо. Как вы относитесь к эмиграции? Эмиграции кого куда? Ну, к тому, что люди уезжают. Ну, у каждого свои цели и задачи. Кому надо, тот уезжает. А для себя вы рассматриваете такую возможность? Нет. Почему? Мне здесь хорошо. Как вы полагаете, есть ли такие люди, которых вынуждают уехать из России? Ну, не знаю, тот, кто сам не определиться не может, наверное, со своей какой-то судьбой. А так, чтобы вынуждали, мне кажется, нет. Понятно, спасибо. Пожалуйста. Как вы относитесь к эмиграции? Эмиграции кого? Наших умов? Потому что люди уезжают, как вам? Ну, я понимаю, но имеется в виду, когда хороший специалист уезжает из России, конечно, плохо относимся. Почему? Может, и там лучше? А, может быть, им и лучше, но надо строить свою страну, а не чужие. А для себя вы рассматриваете возможность уехать? Да. Это насчет умов, да. Из России, наверное, нет. А из Новосибирска, скорее, да. Как вы думаете, почему люди уезжают? Я бы уехала из-за климата, из Новосибирска. Но почему люди уезжают, по я дороге, не знаю. Надо говорить. Ах, вот на да. Что, по дороге, мне подсказывают. По дороге, да. Как вы полагаете, может быть ситуация, когда людей вынуждают уехать из России? Да, может быть. Это как есть ситуация? Как прямая, как, например, всякие гонения, вот эти вот политические, так, например, косвенно, когда нет нормальной работы, когда нет нормальных возможностей для бизнеса. Понятное дело, люди ищут какие-то другие варианты, которые для них более приемлемые, просто уезжают. Если давать людям возможности здесь развиваться, то, наверное, они здесь будут развиваться. А поскольку налоги, да, вот это все зажимают для бизнеса нормально, например, ну, я просто сама ИПшница, поэтому, грубо говоря, когда зажимают, не дают развиваться, конечно, будут люди искать другие варианты, возможности. Понятно, спасибо. Как видите, люди отвечают примерно одинаково на вопрос, как они относятся к уехавшим. Практически все говорят, что это право человека. А насчет вынужденной эмиграции никто не привел примера политического принуждения, но говорят насчет того, что ситуация, сама жизнь может принудить людей к тому, чтобы они искали получше места на чужбине. Но готовы уезжать прямо сейчас не все. Хотя не исключают для себя такую возможность. А вы?